World Food 2022. Здесь лидеры продуктового рынка обмениваются опытом. С одним из них прямо сейчас и поговорим. Это Вадим Кагутанич. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какую компанию вы представляете и расскажите о своей продукции. Я представляю компанию ООО «Радуга». Это юг нашей России, Кабардино-Балкария. Мы производители соков и нектаров. Также у нас в нашей линейке есть много товаров. Это огурцы, соленья, помидоры. Первичная переработка – это самое, можно сказать, лучшее, то, что можно сделать для человека. Поэтому самое лучшее находится в нашей продукции, потому что тыква, морковка, выращенная у нас на полях и переработанная сразу. Можно сказать, вкус – это идеально. Люди наслаждаются нашим вкусом. Поэтому мы хотим, чтобы и дальше развивались мы и предоставляли лучший продукт именно в России. Вадим, скажите, пожалуйста, как долго компания находится на рынке, насколько широко вы представлены? Мы находимся уже более 17 лет на рынке, и нашу продукцию знают как в России, так же и в ближнем зарубежье, это Армения, Азербайджан. В последнее время мы стали отгружать и также в Иран, и отгружаем в Израиль. Скажите, пожалуйста, Вадим, в последний год легче работать или тяжелее? Как ни странно, но нам почему-то легче. Это, скорее всего, связано с тем, что люди хотят именно натуральный продукт. Поэтому нам, даже с пандемией, стало лучше работать. Люди берут нашу продукцию больше. Если мы будем говорить конкретно о выставке, это первое посещение такого масштаба выставки? Нет, не первое. Мы посещали, и World Food мы посещали в прошлом году. Хочу приятно отметить, что эта выставка превзошла наши все ожидания. Где-то в раза 2-3 посетителей больше, а также контактов больше, интереса больше людей проявляется именно к продукту нашему. Спасибо большое, Вадим. Но тогда день еще сегодня не закончен. Желаем вам на этой выставке и сегодня провести его продуктивно. Спасибо.